Хочу рассказать одну небольшую историю. Все, кто занимается сетевым бизнесом, и, кстати, не только, кто интересуется личностным ростом, наверняка читали книгу Наполеона Хилла «Думай богатей». Вообще-то это неправильный перевод, это такая, подложили свинью людям русскоговорящим. Почему? Потому что в американском переводе «думай и становись богатым», «делай что-то, чтобы стать богатым». Но в предисловии этой книги есть замечательная история. Наполеон Хилл, журналист, молодой амбициозный человек, решил стать успешным. И сообразил, каким образом завоевать себе славу. Он решил взять интервью у самого богатого на тот момент в Америке человека, у Эндрю Карнеги. Эндрю Карнеги – сталелитейный промышленник. Он добился встречи, и вот когда он пришел на встречу, он говорит: «Вы знаете, я пишу книгу об успешных людях», хотя он ничего не писал. Он решил напечатать статью. «Каков ваш секрет успеха? В чем он?» На что Эндрю Карнеги сказал: «Молодой человек, я знаю великую вселенскую тайну, секрет успеха. И я вам открою его, если вы возьмете на себя обязательство взять интервью у 500 самых богатых, самых успешных, самых прославленных людей Америки. Время на принятие решения – минута». И Эндрю Карнеги думал о том, что: «Господи, я мечтал через неделю прославиться, 500 человек. На это уйдет не год, не два, десятки лет». Кстати, оно так и получилось. «И когда же я буду богатым и успешным?» А Эндрю Карнеги смотрел на часы, смотрел на молодого человека и ничего не говорил. И тогда Наполеон Хилл подумал: сейчас я скажу нет, интервью закончится, и зачем я сюда приходил? И он стал думать по-другому. Ну хорошо, а если я это сделаю? Во-первых, это интересные люди. Во-вторых, я и так узнаю секрет успеха, и мне не нужен будет секрет Эндрю Карнеги. И когда минута закончилась, он сказал: хорошо, я даю обещание, я это сделаю. И тогда Эндрю Карнеги сказал: раз вы приняли такое решение, секрет я вам открою прямо сейчас. И вот на этом моменте предисловие книги заканчивается. После чего идут 4 книги «Думай и богатей», которые я читала со страстным напряжением, желая узнать, что же сказал, ведь вселенская тайна, вселенская истина. И слов Эндрю Карнеги там нет. Вы знаете, вот как заноза в мозгу, я все эти 13 лет я начала заниматься сетевым бизнесом, я 13 лет об этом помнила. И совсем недавно, буквально там несколько месяцев назад, я нашла, спасибо интернету, одно из последних интервью Наполеона Хилла. И вот он сказал следующее. Эндрю Карнеги ему объявил, что истина состоит в том, что от Бога мы благословлены сами решать, о чем и как думать, и что и как делать. Вы знаете, выступая перед разными людьми и говоря эту фразу, я вижу какое-то такое непонимание, стоило ли давать такое обещание, такие напряжения, из-за того, что и так всем известно. Но вот это слышу, но не услышал, не понимаю. Видимо, тоже было и с Наполеоном Хиллом, поэтому Эндрю Карнеги добавил. Представьте и вы теперь себе, что с рождения вас сопровождает ангел-хранитель. У ангела, в отличие от человека, нет права свободы выбора. У него есть обязанность осуществить ваше намерение. Помочь вам осуществить любое намерение, что бы вы ни решили. И он идет рядом с вами и несет 2 конверта. Один адресован неудачнику, другой – победителю. Какой конверт выберете вы, решать вам. В одном конверте здесь целый список, масса отвратительных и печальных вещей. Ну, я не буду сейчас все это показывать, но здесь плохое здоровье, здесь неуверенность, страх, нелюбимая работа, зависть, жадность, ненависть и нищета или ограниченная жизнь. А в другом конверте все, о чем мы мечтаем, говорим, что мечтаем. Это прекрасное здоровье, это гармония в душе, это любимые друзья и люди, это то интересное дело, которое вы выбираете, и то богатство, которое вы себе назначили. Так вот, проблема в том, что ангел не может вам ничего вручить. Он идет, и мы сами вытаскиваем у него то, что мы выбираем.
Знаете, по этому поводу есть замечательный анекдот. Женщина едет в транспорте, перегруженном, и думает: «Господи, какая ужасная жизнь! Начальник стервозный, муж придет на диван, лежит ленивый, дети безответственные совершенно, я, как лошадь, кручусь, кручусь, верчусь, верчусь, работаю, работаю. Как же я устала!» А рядом стоит ангел и записывает: «Начальник стервозный, муж ленивый, дети безответственности, я как лошадь». И зачем ей все это надо? Она это уже, по-моему, заказывала. Проблема еще состоит в том, что нас никто не научил. Цена вопроса. Каждый конверт имеет свою цену. И никто не научил, ни родители, ни в школе, ни в институте, ни наши начальники, либо коллеги, друзья на работе, никто не научил, в чем цена вопроса. А цена вопроса одна – личная ответственность. Поэтому, если вы говорите: «За мое здоровье отвечает врач, не я», значит, извините, вы обращаетесь к нему, когда вы заболели, и будете лечить свои болезни. Если вы решаете, что за здоровье отвечаю я, то вы планируете, какую информацию узнать, сколько времени потратить и какой бюджет на это выделить. Если вы говорите, что эта страна, эта ситуация, этот ужас кругом, все кругом несчастные, и вот мы несчастные, и я несчастный. Друзья мои, зачем вы с такой страстью рвете пакет неудачника, неизвестно. Но если вы решили, что вы достойны большего, чем бы вы ни занялись, сетевым маркетингом, биодобавками, любой другой деятельностью, вы берете ответственность за свой результат, за свой успех на себя. Единственное, что сетевой маркетинг – это то место, где созданы условия пропорционально затратам и деятельности. Вот и весь ответ на то, в чем великая вселенская. Мы способны показать, научить, но помните, ваши результаты зависят от вас.